Сколько километров предстоит пробежать участникам лыжни России? Что нового придумали организаторы? И какие подарки ждут победителей? Эти и другие вопросы обсудили с журналистами министр спорта Московской области и знаменитые лыжники на пресс-конференции в информагентстве ТАСС. Подмосковный этап лыжни России пройдет 9 февраля в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Лыжная гонка уже третий год стартует в Химках. Сейчас к забегу готовится больше 15 тысяч человек. Приготовили паркинг для участников возле торгового центра «Мега». Оттуда запустят бесплатный шаттл до базы «Планерная». Автобусы будут курсировать с 8 до 16 часов. На территории Московской области есть большое количество лыжных трасс, но не каждая лыжная трасса может вместить такое большое количество людей. Не только по финишному строю по самой трассе, но и по инфраструктуре соответствующей, которая есть. Это и раздевалки, это и кафе, и прилегающие территории, все то, что создает комфорт пребывания жителей. По традиции на старт выйдут не только любители, но и профессиональные спортсмены. Впервые участие в соревновании примет бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов. Старт гонки в полдень.